Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Безумные мутанты. Так, нам написано получить награду, поэтому я с удовольствием заберу. Это у нас бесплатный ящик. Так, что нам тут выпадет? Угу. Мутаген. 214 тысяч, я так понял. Здесь у нас можно открыть закупки зеленый сундук, в котором выпадает нам Кейси Джонс и 25 синих кубков. Окей. Но это еще, видимо, не все. Или все? Наверное, все. Так, давай посмотрим, что у нас тут в менюшке. На почту, что тут пришло у нас. 200 синих кубков. Ничего себе, это за что? Три ящика? Серьезно? А ну-ка, давай открывать. Ну, это обычно, я так понимаю, да? Ага. Так, и ни одного персонажа мне не дали. Ну что же, ладно. И последний получаем. Это здесь идут у нас обычные ресурсы. Так, удалить все. Так, теперь, я думаю, нужно зайти в сумку и вот это вот все использовать. Так, это у нас металлолом. А это у нас средняя канистра слизи. Но почему они называют слизью, я не знаю, ребят. На самом деле это мутаген. Перевод, видимо, неправильно немножко. Ну да ладно. Так, ну что, мы с тобой забрали. Зайдем в логово. Тут у нас тоже, кстати, есть кубки, которые мы можем разыграть. Подожди-ка, получить героя. Это я получил за выполненное задание. Так, здесь у нас опять же кубки. Так, 7 миллионов слизи. Тоже уже стал говорить слизь. А здесь, чтобы нам прокачать. Тут мутаген шпарит, как умалишенный, да? Ну давай, наверное, вот здесь вот лабораторию улучшим. Пускай будет. Так, здесь у нас еще подарочки. Забираем. Так, получить героев. У нас с тобой достаточное количество кубков, да? То есть мы, получается, 3 зеленых открываем сундука и 1 синий. Ну что же, поехали. Опыт лишним не будет. Так, это на Бакстромуху выпало нам с тобой ДНК. Давай еще следующий. Кто на этот раз? Кожеголовый и 25 синих кубков. Замечательно. Так, еще. Конечно, самый лучший, ребята, это фиолетовый кубок. Точнее, не кубок, а сундук. Ну, получается, он за фиолетовые кубки. Так, опять у нас Бакстермуха. Ну что, и вот синий сундук мы с тобой получаем. Оу, Ренет. Слушай, ну это хорошо. 128 к мощам, сразу прибавка пошла. Это меня радует. Так, и через сколько там у нас? Через 11 часов будет бесплатный ящик. Ладно, по событиям что у нас? Давай-ка глянем. Так, оу. Тут можно забирать и забирать. Так, второй этап тоже пройден. Получается и третий этап. И четвертый. Нормально, 4 этапа пройдено. Шикарно. Так, ну а теперь, наверное, будем прокачивать наших героев. Так, Крэнк. Давай мы тебя улучшать будем. Угу. И снарягу. Твою налево, он как был на пятом месте, так на пятом месте и остался. Что ж ты будешь делать-то? Я уже не знаю, ребят, сколько в него еще нужно вливать, чтобы он прокачался. Так, Рафаэль, 25 синих кубков. Так, ну что, вроде бы что могли мы получили. И давай теперь рванем в приключения. Сегодня попробуем дойти до слэша. Так, тут еще награду заберем сейчас. Не-не-не-не, вот здесь вот. Так, 25 золотых панцирей мы получили. Окей. Ну все, блин, теперь тут накопилось. Да что ж ты будешь делать-то? Они меня не дадут нормально пойти и поучаствовать в поединках. Ну давай посмотрим. Так, значит, здесь мы видим слэша, тока и Рокзар. Ну и эти по бокам тут стоят. Ладно, я думаю, никаких проблем с уничтожением этих противников у нас не возникнет. Так, Эйприл берет интервью. У кого? У Токи там взяла, что ли?
Вау. Видишь, что делает Крэнк своим лучом? Неплохо пробивает. Так, Шреддер у нас с Рокзаром дерется. Молодец. Чингис со спины. Правильно, так и всех и нужно валить. Ускорение какое-то у нас. Минус Рокзар. С этим обалдуем. И теперь, как ты видишь, мы с тобой уничтожаем Слэша. Все. Слушай, даже никто не погиб у нас. Я бы даже сказал, идеальная победа. Ну что, переходим сразу на следующий бой. Бонусов, как ты видишь, нам никаких не дали. Поэтому смело продолжаем. Ну, здесь вообще все на изи, потому что два Маузера плюс консервная банка, Токка и Рокзар. Я думаю, что вообще никаких проблем не будет с их уничтожением. Главное, чтобы Чингис сделал свой рывок топором. Молодец, Шреддер. Рокзар со спины — это топчик. Вот единственное, что вот у меня, да, Сплинтер постоянно, ребята, получает звездюлей. Постоянно. Все, он погиб. Рокзар его уничтожил. Опа. Так, сейчас прожгет Крэнк. Плюс Шреддер со спины ударяет. И Токка погибает. Прям в воздухе. В прыжке мы его завалили. Но потеряли, к сожалению, Сплинтера. Так, переходим с тобой на следующий поединок. И здесь мы... Ага. Такая команда, ну как тебе сказать, три основных персонажа идет, да? Плюс этот каменный голем, ну и Маузер. Мне нравится, что у Крэнга очень много брони стакается на начальном этапе. Ну и, конечно же, вот этот вот лазер из глаз, который он выпускает, и тем самым пробивает весь ряд, кто бы стоял напротив луча. Опять Сплинтер погибает. И опять его Рокзар, кстати, уничтожает. Не знаю, у него что, личная неприязнь какая-то к моему Сплинтеру. Уже второй поединок. Они схлёстываются, и Сплинтер погибает. Угу, молодец, Крэнк. Еще и оглушение повесили. Все, ребят, победа. Так, ну что, следующий бой. Смотрим, кто у нас тут. Так, ладно, поехали. Сейчас посмотрим. На этот раз я смотрю, Слэш, да? Начал против Сплинтера бубнить. Так, Эйприл досталось неплохо. Что-нибудь сделает она? Бери интервью у него, чтобы он в стан впал. Что ты не делаешь этого, а? Взяла. Все, он остался один, и, соответственно, мы его сейчас быстренько тут запинаем. Так, он тут еще рывок свой сделал. Чуть Эйприл было не уничтожил, ты посмотри. Но Крэнк со спины ему навалял. Шикарно. Так, давай-ка следующий бой. По-моему, сейчас Босяцкий будет. Да, это Слэш собственной персоной. С кем он там у нас? Не вижу. Рокзар. Ладно, давай посмотрим, что у нас из этого получится. Конечно, бесяво у него рывок. Блин, ну очень тяжело что-то разбирается. Вообще тяжело. А почему? А, у него броня. Хотя вот здесь почему-то ее не показывают. Так, минус каменный голем. Надо Рокзара уничтожить. Тихо-тихо-тихо-тихо, не буяним. Так, Эйприл застанила Слэша. Все, наша команда полностью переключается на него. И, соответственно, сейчас он будет погибать. Красиво. Причем, заметь, когда он в стане, и мы его бьем, стан не проходит. Это большой-большой плюс вот, для игры. Потому что в некоторых играх, когда человек в стане, да, или какой-то противник, и его начинаешь бить, он из этого стана выходит. Опачки, бонус на удвоение. Так, давай посмотрим. Ну что, металлолом плюс мутаген. Что, переходим на следующий бой. Кстати, надо было посмотреть, какой у нас там будет противник следующий. Какой босс будет. Так, может быть, немножечко ускоримся. На вторую скорость, я думаю, нормально будет, да? Так, этого каменного голема уничтожили, молодцы, красавчики. Блин, понимаешь, просто вот на второй скорости я ни шиша, ребят, не вижу, что происходит. Я не успеваю разглядеть именно бои. Опа, Чингис круговой удар сделал. Ну все, слышу, не жить. Быстро закатали мы его. Опять бонус, отлично. Мутаген и металлолом.
Ну что, следующий поединок. Здесь у нас Антракс, Слэш. Так, и значит крысы... Этот, как его? Ё-моё, я уже забыл. Который управляет крысами. Как его увеличать-то? Серьезно? Забыть? Блин, ты прикинь, я не могу вспомнить, как его увеличать. Вот это меня накрывает. Так, тихо, тихо. Угу. Слушай, мы сейчас кого-то потеряем. Наверное, Эйприл, скорее всего, потеряем, нет? Тут и Сплинтер у нас, кстати. Ну, крысолов, да, по-моему, увеличать-то. Как еще-то? Есть, мы выиграли. И, слава богу, никого не потеряли. Слушай, нам прет на бонусы сегодня. Так, забираем. И сейчас я хочу... Да, ребят, у нас опять будет Слэш. Мы с тобой забираем здесь награды, кстати, за выполненные задания. Так, тут еще у нас крутится бесплатный ящик, давай. Давай, давай, открывай, не стесняйся. Так, мутаген плюс мусор. И здесь получить. Так, видимо, у нас хватает с тобой мутагена для прокачки. Ну что ж, давай. Кренга, как всегда. И шмотки меняем. Все, да? 166 уровень у него. Но он переплевывает в любом случае Рокследи. Но Рокследи, ты как видишь, имеет всего лишь 3 звезды. А эти у нас все по 4 звездочки. Причем они все фиолетовые. Так что нормально, все по справедливости. Так, я хочу сейчас глянуть. Здесь у нас, ну конечно же, есть. Так, металлолом и мутаген. 213 тысяч с каждой вот такой капсулы. С каждой капсулой. Кстати, а мы с тобой, знаешь, что не сделали? Мы не прошли... Да, тут же нужно один этаж пройти. Не обязательно же все. Давай-ка быстренько пробежим. Так, подожди-ка. Весь отряд, говорят, заполнен. Вот это вот мы все уберем, а вот это вот все поставим. Поехали. Ты посмотри, какой, а, жучера. Кейси, Кейси влетает. Вражеский, да? Ну, по-моему, тут у них шансов нету. Не, конечно, нету, ребята. Мы разносим их всех. Смотри, сейчас Кейси получит от Шреддера. Крэнк добил. Красавчик. Так, все. Мы, по-моему, можем забрать награду, насколько я помню. За то, что мы с тобой подрались. Так, что у нас опять здесь? Улучшать. Так, нормально. Сейчас посмотрим, да. Сыграй на 6-м канале, мы получаем награду. И если я не ошибаюсь, нам нужно сыграть 5 PvP-боев. Пойдем быстренько, наверное, пробежимся. На 4-й скорости сделаем, да? Опять же, не факт, что мы пройдем. Надо команду-то поменять, наверное. Так, секунду. Секунду, говорю. Это убираем, и вот это. А этих ставим. Чего я не понял? Кто лишний-то? Так вот получается. Ну что, давай проверим. Ну, как сказать, пока вроде бы неплохо идет все. Так, это моя утка здесь бомбит. Слушай, вообще великолепно идем. Смотри сам. Делаем станы. Здоровье у нас практически фул. И остается здесь один Рафаэль, которому, естественно, крышка. Потому что мы его застанили и уничтожили. Замечательно. Так, нам нужно с тобой выиграть 5 поединков. Поэтому давай, это был первый. Идем на второй. А, Дум. Хоть посмотреть, что он делает. Сейчас посмотрим, проконтролируем его. Что он там будет делать. С каким-то мечом ходит. Я ничего, никакого суперудара у него не вижу, если честно. Блин, а вот Леонардо. У нас, ребята, критической обстановке. Ага, все, последний остается враг. И это Дум. Хром Дум, так его увеличать. Запинывайте, запинывайте его. Е-е-е.
закромсали. Так, это была вторая наша победа. Двигаемся дальше. Еще нужно три. Три победы держать, и все будет на мази. Так, а тут чисто черепашки, да, и вместе с ними Эйприл. Вот такая у них команда здесь была. Так, утка, ты полетишь сегодня или нет? Ой, успеет ли он? Успел. И вот то, что мне нравится, он когда вылетает, он встает на безопасное расстояние. Правда, Эйприл переключилась на утку. Так, слушай, мы свою Эйприл уже потеряли. Потеряли Рафаэля. Тут, кажется, мы сфейлимся, друзья. Да, у нас остается только лишь Донателло и утка. Утка минус. Ну и Донателло один, он здесь не справится. Что-то пошло не так. Как нам быть? Хм. Что мы можем с тобой поставить? А если я, например, вместо утки поставлю Чингиза? Давай-ка посмотрим так. У Чингиза есть хороший удар, круговой. Это массовая атака. И мне кажется, что здесь он зайдет очень даже неплохо. Хотя, опять же, Леонардо был только что в стане. Минус Эйприл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Чингиза оглушили. Леонардо, кто глушит? Я не могу понять, кто у нас оглушает? Трындец, это, по-моему, Майки делает, ребят. Это делает Микеланджело. Ну что, давай тогда попробуем сделать так же. Офигеть, мы ничего не можем сделать. Прикинь. Так, у меня Донни, Рафаэль. Давай-ка я возьму, наверное, Кренга, попробуем. И Майки. Вот такой командой. Ну-ка, что у нас здесь получится? Так, Крэнк неплохо вжарил. Леонардо слабоват. Так, вражеский Майки опять врывается, станет. Или это мой был Майки, я так и не понял. Турель? А кто ставит турель? Кто тут может... А, это, наверное, Донателло вражеский. Точно. Так, Майки тут остался. И Майки сноубордист. Ну давай, ребята, ну поднажали, господи, ну этого-то валите. Так, и остается один Рафаэль. Все. Фух. Прошли, наконец-то. Так, мутаген и металлолом. Так, подожди, а сколько нам нужно? Сколько мы боев уже провели? Еще, наверное, да, надо сделать. Сейчас проверим. Нет, все, 5 PvP боев мы с тобой сделали. Так, здесь забираем награду. Здесь, судя по всему, у нас есть продвижение. Сейчас посмотрим. Вот оно. Так, этапы. Ага, 5-й этап завершен. 6-й, блин, вот. Последний этап, 7-й. 50 фиолетовых кубков дается за него. Так, давай зеленый сундучок откроем. Так, выпадает Рокстеди и 25 синих кубков. Ну вот это вот, ребята, зеленые, конечно, очень мало повышения дают. Там всего лишь 5, 6, 8, это, по-моему, максимум. Так что особо рассчитывать не стоит. Так, а что у нас вот здесь? Посмотрим давай. Так, 8-й сезон. Так, 4-звездочный Рей продается. 3790 рублей. Вы что, совсем, что ли, брякнулись? Да, откуда вы такие ценники-то берете? Я никак не могу понять. Так, боксы. У нас с тобой 1170 монет. Что мы можем приобрести? За 300. Не хочу. Новогодних никаких подарков у нас нету. Да? Да. Ладно, перебьемся. Ну что, погнали дальше. Антракс, опять же. В общем, здесь, я думаю, что мы справимся сами. Так, Сплинтер. Блин, какой-то Маузер уничтожает Сплинтера. Ну, кусает, а Сплинтер ничего
походу, не делает, да? Он кроме... Что-то бросает там. Он вообще драться-то будет? Он же все-таки мастер сплинтер. Он же не просто какой-то там тебе лежебока. Мастер. Это означает, что он лучший воин. Но он почему-то занимается какой-то ерундой. Медитацией и тому подобное. Так, следующий поединок. Скоро у нас будет кто там? Слэш, опять же. Это очередной наш босяцкий, которого мы должны будем запинать. Так, тока. Току валите. Ты этот вообще, мать, его Шреддер просто наказал. Причем в легкую. А вот это что? Вот это что такое? Это что за щит? Я такого не помню. Это что-то новенькое? Смотри, какая-то защитная аура появилась возле сплинтера. Замечательно. Что-то новенькое, ребята. Так, получили награды. Давай сразу на следующий бой. И вот он, слэш. Ну что же, мне хочется посмотреть, с кем он будет. Крысиный король плюс два этих голема каменных. В общем, ерунда, потому что этих ребят мы распишем очень быстро. Так, слэш схлестнулся с кем? С Чингизом, да? Ну вот я тебе о чем говорю. Крэнк просто разносит своими лучами этих супостатов. И еще и Чингиз со своей массовой атакой. Все. Осталось только лишь слэш завалить. Я даже не успел глазом моргнуть, как они запинали крысиного короля. Так, давай. Куда ты, Крэнк? Луч-то куда ты бьешь? Надо же по слэшу бить, а не сзади куда-то. Ай-яй-яй, недотепа ты. Так, надеюсь, у нас выживет все-таки сплинтер. Не хотелось бы никого потерять здесь. Да. Круто. Так, продолжить. Забираем с тобой награды. Ох ты, ох ты. Отличные награды. Получить здесь подарки. Так, 100. А, мы сразу открываем. Ну да. 100 зеленых кубков. Так, на кого-то хватает, что ли? Да ладно, серьезно, что ли? Крэнга, конечно же. И он 168 уровень. Мне бы хотя бы его до 170 прокачать было бы, я думаю, уже неплохо. Так, здесь меняем секиру. Так, а здесь... Вот так. Ну не меняем, ребята, а улучшаем. Ну-ка, кто у нас там? Вот. Вот он, ребята, этот босяцкий. Я думаю, что с ним вообще быстренько мы разберемся. Надо до него только дойти. Ну что, проверим? Потянем ли мы? Я думаю, потянем. Хотя ты видел, какая разница у нас в мощах? Они чуть ли не в полтора раза сильнее меня. Так, этого Костолома убирайте отсюда. Все, молодцы. Так, интервью. У Антракса взяли, естественно, мы его оглушаем сразу же. Займитесь вот этим вот мелким. Молодцы, уничтожили. А Антракс, кстати, очень долго стоит у нас в стане. То есть у Эйприл стан прокачан очень хорошо, судя по всему. Ну и остается Антракс, которого, естественно, всей толпой там мы тут запинаем на легкую. Он даже ничего сделать здесь не успеет. Куда ты там бежишь? Все, все целы, все живы. Переходим на следующий поединок. Это был первый, да? Через 5 поединков у нас будет босс. А босс у нас будет вот этот вот ханорик. Я уже не помню, как его увеличать. Вот эти вот пробивные удары, это, мне кажется, самые бесявые. Во-первых, они очень много поражают целей. Опа, опа, на. Так, давай этого ханорика уничтожьте. А я так понимаю, в нашей команде хила нету. Да? Хил у нас кто? Смотри, опять. Опять это аура. Я не могу только понять, кто ее вешает. Причем вешает на определенных персонажей. Ай-яй-яй, сплинтера уничтожили. Почему-то в данный момент эта аура двигается именно за Шреддером. Хм, очень интересно. Кто же ее вешает? Может быть, он сам себе и вешает ее? Так, ну что, следующий бой. Это был второй у нас поединок. Поехали дальше. Еще 3. И мы уже сразимся с босяцким.
Да, мастер Сплинтер. Я думал, что ты будешь действительно... Ох, сейчас опять он гребет. Смотри. Антракс его, наверное, сейчас ушатает. Да? Хорошо, там Крэнк пробивает. Чингис просто взял и уничтожил Антракса, и тем самым он спас Сплинтера. Ну что ж, тогда двигаемся дальше. Так, Халабуда там, да? Причем Крэнк, вот именно если в ближнем бою смотреть, он очень слабо бьет. Он больше все-таки наносит повреждения, когда он бьет лучом или выпускает свою руку. Вот что я заметил. Так, смотрим по здоровью, что у нас получается. Так, ну, больше всего осталось Чингизу и Эйприл. Не-не-не, давайте какой-нибудь там суперудар сделайте, потому что вон там Антраксу осталось все. Уничтожили его. Там на один удар у него было ХП. И остается у нас Токка. Все, мы прошли. Сразу идем на следующий поединок. Вот он. Кто ж ты такой? Кто? Граппер? Да ну, что это такое? Сейчас быстро мы их вообще в щепку разнесем здесь. Тут команда вообще ватная. Смотри, големов просто Крэнк берет на себя и уничтожает практически лучом их всех. Вот это вот Дементор меня бесит, конечно. Стрелок. Но я думаю, сейчас до него тоже доберемся. Мне все-таки было интересно, кто вешает щит. Мы босса запинаем быстрее, чем Дементора. Вы серьезно? Скарг. Того босса звали Скарг. Опа, мы что, с тобой переходим на следующую главу, что ли? Так, ребята, мы поймали. Где ваш босс, Супер Шреддер? Вы думаете, что мы работаем на того болвана, что катается на чудовище к северу отсюда? Вы не хотите бросить нас в тюрьму? Воу-воу! Давай сматывайся отсюда! Это кто такие? Какая гадость! Подожди-ка, я не понял. Я думал, они их хотят сожрать, а они уже, смотри-ка, тут умиляются. Твою налево, а мы убежали, да, получается? Вот гаденыши, а? Повезло им на этот раз. Так, ну что, заберем с тобой награды. Заберем награды за приключения. Так, и следующий босяцкий у нас будет Трак. Да-да, тот самый пулеметчик. Точнее, он с пистолетом ходит, но он вешает защиту, ребята, очень крутую, причем на всех персонажей. Так, дай-ка я вот здесь улучшу. Ну что, дорогие друзья, мы, наверное, на этой ноте с вами закончим сегодняшнюю серию, но обязательно увидимся в следующей и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.